Он видел многие города, но Одесса полюбилась с первого дня. Путешественник по миру Дэниел рассказал, почему сюда хочется приезжать снова. С гостями из Коста-Рики общалась наша Алися Повар. Дэниел путешествует по всему миру. В Одессу приехал недавно, но уже успел влюбиться в наш город. Он почти не говорит на русском языке, но четко знает одну фразу. Самое главное, я люблю деревню. Я гулял по Одессе с поднятой головой и просто любовался ими. Это очень красиво. Дэниел побывал во многих странах. Говорит, что деревья высоко ценятся повсюду. Многим городам не хватает зеленых насаждений, и это уже становится проблемой крупного масштаба. Они придают городу свежести, делают его невероятно красивым, создают много тени. Я люблю их фотографировать и просто любоваться. Этой осенью Одесса подтвердит свой статус зеленого города. Меценат Аднан Киван инициировал акцию, которая поможет сделать его красивым и здоровым. Он дарит городу 10 тысяч деревьев. Каждые одесситы смогут посадить своими руками. Акция очень заинтересовала Дэниела. Это прекрасно. Я бы хотел, чтобы во всех городах проходили такие акции. Очень замечательно. Я бы с удовольствием присоединился. Принять участие можете и вы. Первые саженцы будут ожидать посадки уже в начале октября. За подробностями обращайтесь по телефону 726-32-26. Олеся Повар, Алексей Сорокин, 7 канал.